Ростовскому голкиперу Линдвалю засылал эту шайбу, но не попала она в створ. Галимов за воротами поднимает на синюю, бросок по воротам, подправление. И... Что он делает? Вот это да! Но смотрите, это просто чудо чудное. Шайба за воротами, Мечков ловит ее на клюшку и заносит. Вообще, конечно, это смешно. Это Гранлунд сейчас просто курит нервно в сторонке, в честь которого долгое время называли подобные шайбы. Это гол Мечкова отныне. Ну, это вообще, вот это дебют, конечно. Я скажу, это наглость, конечно. 16 лет, такие шайбы.